Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и настала пора лета и фестивалей. Сегодня я буду мастерить себе палатку Айсберг. Жена дошила палатку, а за мной, короче, остался смастерить каркас. В принципе, чем я и займусь в сегодняшнем видеоролике. Вот такое говно больше никогда не берите, алюминиевое. В итоге вот сверлил отверстие под втулку. Мандец настал. Да, получилась маленькая накладка с инструментом, но все обошлось. Если кому нужны размеры палатки, вы пишите мне в комментах, я вам отвечу. У меня получилось пару неувязок в ролике. Сначала накрылась коробка, а потом еще и в дереве при обработке у меня образовалась трещина. В принципе, я ее заклеил, и результатом я доволен. Как говорится, добился желаемого успеха. Особо тут комментировать нечего. Смотрите ролик, тут так все понятно, доступно. Как говорится, покажу, как все это происходит. Сборка и весь процесс того, как я сделал палатку. Thank you.
Продолжаем эпопею. Сегодня нормальные коронки. Подмечу только одну деталь. Я не показал, как собирать палатку, так как приехал на фестиваль, и я забыл про камеру, то есть надо было сразу ставить палатку, уже пацаны уже поставили лагерь, потому что они приехали на день раньше, ну а мы на день позже. Мне что-то не сразу пришло в голову, что надо снимать. Я показал, как ее разбирать, то есть в обратной последовательности. Короче, смотрите разборку в обратной последовательности, и вы все поймете, и ничего тут такого сверхъестественного нет. Ну а так, всем спасибо и пока. Счастливо и удачи.